Эта невероятная история случилась с нами тогда, когда мы совершенно этого не ожидали. Похоже на какого-то сиреноголового, только он какой-то странный. Я вас съем, жалкие людишки. Что? Он нас ест? Я молодой, растущий организм. Мне нужно съесть людей. Опа-на, и что нам теперь делать? Итак, кого я съем первым? Думайте и определяйтесь быстрее. Да ну блин, не может такого быть. Нам всегда кто-то помогал выпутываться из этих историй. А сейчас нам, походу, уже никто не поможет. Да ладно, Мон и Мышь как-то выпутывались из всех этих историй. Я все еще жду ответ. Блин, да что мы его боимся? Это всего лишь какой-то там малыш. А так сойдет? Да это же мать Мегафон! Ты кто такой? Я новая величайшая аномалия. Ты думаешь, она нас спасет? Не уверена, но ситуацию точно изменит. Я попытоголовый. Это я, величайшая аномалия, и я тебя уничтожу. Окей. У меня нет принципов. Я могу и с тобой подраться. Вот это поворот. Теперь нам точно конец. Я сожру вас и всю вашу планету. Не так быстро. Это что, Симпл Димпл? Он что, на нашей стороне? Я в этом не уверена. Ты кто и что тебе нужно? Я Симпл Димпл Головый, и я хочу сожрать весь мир. Вообще отлично. А не слишком ли ты маленький, чтобы сожрать весь мир? Ну а так, нормальный размерчик. Ну все, ребята, теперь наш выход. Ой, простите. Нужно срочно провести собрание. Планета Земля в большой опасности. Где же Чика и Монти? Я их же вызвал еще 15 минут назад. Чика, нас Фредди вызвал уже давным-давно. Чем ты там занималась? Ну как это чем? Мне нужно было доделать свой маникюр. Я думаю, Фредди как всегда. Ничего срочного. Что случилось, Фредди? На планете были обнаружены монстры SCP. Горка-пожиратель была зафиксирована во многих странах. Сейчас я вам это покажу. Короче, Фредди, меньше слов, больше дела. Давай, пошли к монитору, покажешь свое видео. Фредди, включай свою камеру. Я чувствую, что здесь будет шок-контент. Тебя держу! Здесь горка-пожиратель была уничтожена с помощью антидота. Ой, простите! Я уже колю! Что-то происходит! Ну, круто! Ее же обезвредили! Чика, мне кажется, не так все просто, как ты думаешь. Ой, кажется, я сломала ноготь! Горки стали появляться в других местах на Земле. Мне кажется, что это горка-пожиратель. Потому что, когда я пришел домой, я увидел там точно такую же горку в статье SCP. Также неоднократно был замечен сиреноголовый. Внимание на экран. Я не могу понять, какая же цель у этих монстров SCP на планете? А вот какая. Я вас съем, жалкие людишки. Что? Они хотят съесть всех людей? И не только их. Также кошечек, собачек и даже хомячков. А может быть, когда они это все съедят, перейдут на попугайчиков. Как это хомячков?
Что им сделали эти беззащитные животные? А тем более попугайчики, они же такие милые. А совсем недавно паровозик Томас и Эксе напал на Илью и Максима с канала «Семья в Кубе». Илья, смотри! Смотри! Что это там такое огромное? О нет! Это же гигантский паровозик Томас Паук Эксе! Макс, пиши его отсюда! Да это же не просто паровозик Томас Ексе, это паук. Что случилось? Почему сработала сигнализация? Чрезвычайно важная ситуация. Попытоголовы нападают на Богдана и его маму. Нам нужно срочно выдвигаться на планету Земля. Я сожру вас и всю вашу планету. Не так быстро. Это что, Simple Dimple? Он что, на нашей стороне? Я в этом не уверена. Ты кто? И что тебе нужно? Я Simple Dimple головый, и я хочу сожрать весь мир. Вообще отлично. А не слишком ли ты маленький, чтобы сожрать весь мир? Ну а так, нормально, значит. Нам надо срочно лететь на планету Земля и остановить сиреноголовых. Ой, я что-то сегодня переел. Монти, хватит уже пукать, ты запукал пол корабля. Ну все, ребята, теперь наш выход. Чрезвычайно важная ситуация. Попытоголовы нападают на Богдана и его маму. Я сожру вас и всю вашу планету. Не так быстро. Это что, Simple Dimple? Я Simple Dimple головый, и я хочу сожрать весь мир. Вообще отлично. Не понял, а где все? Да это ж мы их спугнули. Мы всю жизнь охотимся за СЦП. Не поняла. А это вообще кто? Что-то я не припомню таких персонажей. Мама, да это же Фредди и Чика из FNAF 9. А они не опасные? Нет, конечно. Ты же видишь, они пришли к нам на помощь. Да, мы хотели вам помочь. Мы заметили, что в последнее время монстры СЦП активизировались и все чаще появляются на планете. Ладно, ребята. Нам пора на космический корабль. Держите рацию, если что, будем на связи. Да, спасибо. Все, ребята, пока. Пока, Фредди и Чика. Я думаю, мы с вами еще встретимся. Ну что, какие новости? Да особо никаких. Монстры скрылись. Монти, ну походу мы их спугнули. Они сразу исчезли, как только мы появились. Мы оставили Богдану рацию. В случае чего, мы будем с ними на связи. А вот это была очень хорошая идея. Молодец, Чика. Ты всегда правильно все делаешь. Сказать, что это все было очень странно, это ничего не сказать. Это точно. Но зато теперь они могут помочь нам в трудную минуту. Слушай, Богдан, а давай ее проверим? А как это? Мы можем нажать на эту кнопку. Мы же должны знать, как ею пользоваться. А это хорошая идея. Давай я. Эй, ребята, мы только с вами распрощались. У вас что там? Опять что-то стряслось? Нет, все нормально. Мы просто решили протестировать рацию. Хорошо, если что, обращайтесь. Мама, ты заметила, что когда попытоголовый пропал, на его месте что-то появилось? Нет, пошли посмотрим. Пойдем. Мама, смотри, да это же попыт, игрушка, антистресс. Да еще какая-то странная странность. Попытоголовый превратился в игрушку, да еще и антистресс. Богдан, где здесь логика? Да нету здесь никакой логики. Слушай, а вдруг это опасно? Да ладно, у меня же есть рация. Богдан, и все-таки, что же это за игра такая про аниматроников? Мама, ты что, серьезно?
Это же самая популярная игра во всем мире. Five Nights at Freddy's Security Breach. Очередной эпизод серии игр-хорроров для всей семьи, снискавших популярность у миллионов игроков во всем мире. Вам предстоит проследить за судьбой мальчика Грегори, оказавшегося запертым на ночь в мега-пицца-плексе Фредди Фазбера. А Грегори должен заручиться поддержкой самого Фредди Фазбера, чтобы уйти от своих преследователей, переосмысленных персонажей франшизы «Пять ночей с Фредди», а также справиться с новыми жуткими угрозами. После запуска ночных протоколов аниматроники в мега-пицца-плексе начинают неустанно преследовать нарушителей. Глэм-рок Чика, волчица Роксана, аллигантор Монтгомери и Ванесса, охранница комплекса, готовы перевернуть все лотки для сахарной ваты с пиццей, поэтому вам не стоит задерживаться на одном месте. Чего себе игра! Так что получается, аниматроники не такие добрые? Ну я же сказал, что они охотятся за нарушителями, а монстры SCP как раз и есть нарушители. Мама, а ты помнишь, что это? Да это же горка-пожиратель. Кстати, не хочешь ей кинуть свой попыт? Пусть она его сожрет. Да не, как-то жалко. Мама, что это? Да это же сиреноголовый и девушка сиреноголового. А как ты думаешь, на кнопку уже пора нажимать?